Питере уже почти лето наступило. Все зелено. Вчера было солнышко. Вот и лето в Питере. А мы все сидим на самоизоляции. Смотрите, какая прелесть. Целое море одуванчиков. Много. Просто шикарно. После самоизоляции кусочек природы прямо самое то. И я в одуванчиках. Какие голуби интересные. Ты такой интересный. Куда вы убегаете? Хлебушек вам кто-то накидал, да? Не бойся. Не бойся. Кити. Там еще сидит куча. Ой, ты какой! Ну не бойся. А что у тебя с глазиком? Не бойся. Вон еще. Столько их сидит тут. Бедные. Ну вас подкармливают, я вон смотрю. Много корма накидали. Привет. Ой, все такие шуганые. Ну ладно, не буду вас трогать. Не буду. Пока. Черемуха цветет. Столько много ее во дворе. Такой запах прямо обалденный. Обожаю черемуху. Запах черемухи. С удовольствием бы взяла пару веточек себе в вазочку на кухню. Но рвать не будем. Сейчас покажу вам детскую площадку, которая мне нравится, такая космическая. Космос сделали у нас недалеко от маминого двора. А пока любуемся одуванчиками. Вот такой вот космос. Ракеты. Инопланетная какая-то тарелка. Люди гуляют. Вот еще черемуха. Ох, как красиво. Вообще природа радует. Свежие такие листочки. Какая красота. Весна, плавно переходящая в лето. Безумно красивая природа. Дети катаются по улочкам. Женщины с собачками, такси. Все у нас тут работает и живет. Как будто нет самоизоляции. Тут вот постоянно такой кисик сидит. Маленький такой. Маленький кисик. Хочется ласки-то, да? Ой, как хочется. Вот ты хороший какой. Маленький. Маленький. Не бойся, не бойся. Ну ладно, пока. Пока. Вот такой вот парк у нас здесь. Строителей. Парк строителей, по-моему, он называется. Люди гуляют с собачками. А я с завтрашнего дня начинаю здесь бегать. Потому что на самоизоляции опять набрала вес. И надо уже его начинать сбавлять. Люди вон уже бегают. И вот такая вот у нас есть церковь недалеко от дома. Чайки летают. Интересно. Тут у нас жители нижних этажей сажают такие цветочники, цветники. Розы будут. Тут вообще
такой красивый садик. Приятно же. Дети качаются на качельках. И тут по центру у нас насажали цветочков. Какие-то новые деревья вот тут посадили. Кипарисы, туи, по-моему. Такие красивые цветы. Вообще двор такой ухоженный. Елочки еще маленькие. Интересно, как тут будет все лет через 10. Кустарники цветут. В общем, да, что вижу, о том пою. Ну, как-то приятно в таком дворе жить. И контингент соответствующий. Все-таки в новых домах живут более-менее приличные люди. Но не все. И вот тут у нас, кстати, есть и черемуха, и сирень. А тут опять такой маленький кружочек незабудок. Точнее, как их, анютиных глазок. И вот сирень и черемуха.